Ну, вот база «Океан». Но она очень большая, она уходит аж вон туда. Мы там были, там вот эти пальмочки, бассейны, там сегодня гулянка будет вечером. Короче, все это мы сейчас обошли. Вот там еще один пляж есть, но это другой, наверное, база другая совсем. Чайка кричит. Так, ну здесь тихо. Тут тихо такое, море тихое. Ну там немножко бежит волна, но на Шамаре, конечно, это другое совсем. Вот. Хотим вот на ту сторону машину поставить, чтобы ночевать. Вот такая вот тут. Ну, потом поснимаю ее еще там, дальше немножко. Здесь все загорожено. Мы пойдем сейчас плавать. Переходить. Ой, мамочка. О, какая она холодная, боже мой. А? Это ж по колено надо пройти. А, вот это да. В тапочках, в руках. О. Пойдем. А, холодно-то, а. Боже мой. Идем переходим туда, с этого берега. Горку запустили. Блин, так не хотела заходить, но пришлось. Пока идем. Ой, тут помельче. Море перешли. С одного берега на другой, блин. Хотим тут поставить машину, чтобы ночевать. Мы вышли на дорожку. Вот такой вот домик тут сдается тоже. Санрайз называется. Такой большой. И вот так. Летит. Летают, сколько уже поразбивалось, и все равно летают, люди не боятся. Где я потеряла, блин? А вон они. Сейчас вот аэроплан полетит. Садят добровольца. Добровольец решил прокатиться. Полетать. Полетать. Все, отходят. Полетят. Что-то интересно, но я побоялась. В магазин пойдем? Вид красивый отсюда. Это мы вошли вот в океан, в базу «Океан». И вот эти качелечки тут есть, вот домики вот эти вот стоят. А вот здесь мы кушали, да? Да. Здесь мороженое. А, точно. Что, пойдем? Пойдем. Вон там, да, с той стороны. Блины здесь. Мы сегодня кушали блины. Вот здесь один блин стоит 150 рублей со сгущенкой. Кафешечка такая. Вот
мы идем сейчас к пальмочкам. Не, ну все равно. Вот домики вокруг. И с этой стороны, и с этой стороны везде. Что, Сереж? Не, ну все равно, такое часто будет. По-другому ощущается. Но. Угу. Мы уставшие были, видимо. Ты только проснулся. Здесь бассейн и горка. Девочку мне этот загораживает. Стороны вот аллеи такие. Ну, мы сейчас туда пойдем тоже, на гулянку пойдем, в туалет сходим, сейчас и пойдем тоже сходим на гуляночку туда, посидим там. Чайки кричат, как.
переговариваются. Мы сейчас будем ставить чаек. Я сижу в машине. Будем ставить чаечек. Ой, пить чай. Запаривать лапшичку. Домой поедем уже. Котерочек маленький стоит. Палаточки рядом стоят. А на машине прям. Вот наша постель. Кресло, в которой вода. Был этот, видимо, туман такой. На лапшу хватит? На чайник. Побольше наливай. Персик, он на аэроплан стоит. Будет сегодня летать, работать. Море такое спокойное, спокойное сегодня. Везде разделение, где можно купаться. Короче, в общем, нормально. Не видно чаек сколько. Ой-ой-ой, сколько их тут много. Кружат. Вот так видно. Это все чайки. Представляете? Это все чайки летают. Едем по туннелю.
везде, где мы здесь останавливались, когда на море ехали. Туалет вот здесь с этой стороны есть. Вот супермаркет, кафе, туалет, тут все есть. Здесь вчера хлебушек покупали, в туалет ходили. Маленькая деревенечка такая. Разливается хорошо, это понятно.